приключений. Враждебно сознательному я из потока нравоучений. Совпадающие с я равно Фрейд назвал оно дерьмо. Оно бессознательное влечение, дурные привычки, которые ради удовольствия вспыхивают, как спички. Удовлетворение сиюминутного желания чаще вопреки разумного сознания. Оно внутри каждого букет мучений. Темная стихия вожделений и влечений. Остро ощущаемо оно противостоит разумным доводам. Душой кипит сознательное я, эго, чтобы не стать тиром. Это последний между оно и внешним миром. Страсти оно кипят, мерцают и сушают. Разум и рассудительность я охлаждают. Но властвует наслаждение оно. При реальности я борется, хочется, так холится. Сознательно. Живите внимательно.